Производственная компания «Ярославич» представляет комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля КАМАЗ-65-115. Она предназначена для всесезонного содержания автодорог с твердым покрытием. Передний отвал очищает поверхность дороги от свежевыпавшего снега и шуги. Средняя щетка производит доочистку, сметая остатки снега и грязь. Установленный в кузове разбрасыватель реагентов Roadmaster распределяет по поверхности дороги противогололедные материалы – соль, песок, песчано-соляная смесь, гранитная крошка и другие. Распределитель оснащен системой точной дозировки. Ширина и плотность посыпки регулируются из кабины автомобиля при помощи специального пульта. Вместимость бункера – до 9 кубических метров. Ширина распределения – до 12 метров. Для применения в летний период устанавливается специальная поливомоечная система. Все перечисленное оборудование устанавливается как на самосвал, так и на шасси автомобиля. Звоните и заказывайте прямо сейчас 8 800 505 17 45.